Всем привет! Сегодня получился забавный такой момент на Олимпе. Ходил на Олимп, ничего не предвещало беды. Отходил 4 боя, открыл задание, хотел принять награды. Смотрю, у меня 3 награды только за 3 победы из 4. Думаю, не понял. Вроде бы все бои выиграл. Как так? Ну, открываю статистику Олимпиады. Смотрю, у меня 3 победы, 1 поражение. Думаю, не понял. То ли я дурак, то ли лыжи не едут. Думаю, не пойму. Вроде все бои выиграл. Благо в NVIDIA есть такая функция, типа записать последние 10 момент видео, сохранить. Нажимаю в 10, сохраняю. Начинаю пересматривать видео. Вот, это оно у вас перед глазами на ваших экранах. Начинаю смотреть видео. Второй бой. И что происходит? Вот сейчас вы видите. Тут я выигрываю бой. Я единственный наношу урон из всех 6 человек. Пишет, что я выиграл бой. Но по итогу, по факту, засчитала этот бой проигранным мне и моей команде. И мне при этом дало 0 очков. То есть не дало вообще очки. Ни за проигрыш, ни за победу, ни за что, просто 0. То есть по факту у меня в статистике записано как 1 поражение. И не хватает вот этих 39 очков, которые я сейчас выиграл. Как так? Что это за баг? Или в чем это выражается этот прикол? В чем он заключается? С чем и как он связан? Я не знаю. Сейчас буду вот это видео опубликовал. Прикреплю сейчас к пятишке в ноу. Будем разбираться. Посмотрим, что мне ответят, что скажут на этот вопрос. Просто очень обидно получается. Прошлую неделю взял Хира. Эта неделя шел 15-0. И тут вот такая вот ерунда происходит. Просто скам очков. Как-то вообще непонятно, некрасиво, неправильно. Не знаю, сейчас отправлю пятишку. Будем смотреть, что нам ответят. Поэтому как-то так. Будьте внимательны. Потому что вроде отходили с победами, а по факту вам дает меньше. И не один раз такое уже наблюдалось. У Фактора тоже, он, помню, говорил, что ему 0 писало очков. Потом, не знаю, будем разбираться. Если у кого-то была такая же или подобная ситуация, дайте, пожалуйста, какой-нибудь фидбэк в комментарии, либо в телегу. Ну, а что мне ответят, дам знать. Всем спасибо. И до новых встреч.